Я из Красноярска. Слушайте, ну это город в Сибири такой, смелые там люди, да? Да, согласна. Какое у вас мнение, вот какое солидарное мнение красноярских экспертов ГО вот по этой ситуации? В этой ситуации можно сказать, что несмотря на то, что черный сейчас в минусе, да, также можно их вывести из минуса. Но мы, сейчас думаем не только за черных, но и за белых, да? То есть мы же стратегическая группа, да. Вот если за белых, то что можно в этой ситуации добиться, как вы думаете? Можно схватить либо два черных камня, либо четыре. А вот нельзя ли по-красноярски сделать? Захватить и два, и четыре. Можно попробовать. Как бы вы, вот как их красноярские эксперты нам помогли бы решить эту проблему? Вот как бы сказать, и два, и четыре камня? Просто захватываешь верхний камень, да, уходит нижний. Угу. То есть, например, черный не будет бежать, а будет отступать этими камнями. Да. А если мы, то черный будет уводить те камни. Вот как бы нам попытаться заходить и те, и эти? Каким действием? Какое мнение красноярского экспертного повода? Считаем, что нужно сейчас снизу захватывать. Ну покажите нам свое мнение. Или вы пока еще к единому мнению не пришли? Еще к единому мнению еще не пришли, но будем думать. Все-таки вы за нижние камни, да? Да. Они бегут? Бегут? Да. Бегут. Я могу понять, какого... Это направление Ачинска, что ли? Направление сейчас пока. Возможно, да. Может быть, Новосибирск. Новосибирск. У нас есть Новосибирск? Новосибирск. Надо бы их в Новосибирске встретить. Так, дальше. Какой ваш? То есть вот так вот, да? И позволяете им срастись. А дальше? Дальше. Очень интересно. Красноярцы нам придумали решение вместе с жертвой. То есть сейчас вариант, да, входит в жертву. Жертва – это всегда техника какого уровня? Высокого или низкого? Низкого. Высокого жертва. Очень сильно. Смелый красноярец. Да, но если смелый, то продолжайте. Какое ваше действие? Внимание! Оставайтесь с нами здесь, на Красноярском блоге Федерации ГО, и вы узнаете решение буквально через минуту, правильно? Да.